Здравствуйте всем! С новым 24-м годом! И вот к 24-му году мне подарили, дочь подарила мне такую бытовую технику, так можно сказать. Это прекрасная вещь, потому что она бесшумная на применении. И вот я сегодня буду делать фарш. Вначале куриный фарш закрывается. И вот такие изделия обращаются. Вот что в результате у меня получилось. Вот такой фарш. Но это будет рубленый. Все размешала. И вот в результате получился такой рубленый фарш. Ну, это прибор, или как назвать его? Скорее всего, это техника бытовая. Она предназначена для небольшого количества людей в семье. Троих, двоих, ну, от силы четверых, но не больше. Вот, готовлю сейчас котлетики нам с внуком. И вот такое картофельное пюре небольшое сделала. Сейчас я солью масло, налью воды туда. И подержу в воде, просто в воде, без соли, без ничего. И тогда котлеты получаются мягкими. Закрою крышечкой, сейчас сниму, солью масло. И получаются котлеты очень нежными. Пила масло. Вот наливаю воды. Чуть-чуть до середины. Включается. И закрываю крышкой. Закрыла крышкой. И сейчас подержу его немного. Минуты 5 с этой стороны, минуты 5 с другой стороны. Можно даже чуть меньше. И все, можно есть.